Всем привет, дорогие друзья, с вами Жека Федоров. Сегодня у нас предстоит очень крутое дело. Мы сегодня пойдем искать устриц прям возле пирса, там на камнях. Вот, это мне показали друзья. Я сегодня буду плыть с Антоном их искать. Вот. И я очень надеюсь, что нам удастся найти хотя бы одну штучку, чтобы вот ее попробовать, показать вам вообще, как она растет. Вот, и какая она из себя, именно черноморская настоящая устрица. Я, короче, нашли устрицу. Вот. У меня дружбан, здесь Антон еще плавает. Сейчас я вам покажу под водой, какая будет. Это еще одна. Короче, нашли две, вот одна есть. Сейчас еще одну будем собирать. Походу здесь много устриц, так что сегодня будет все круто. Поехали дальше. Сейчас покажу. Нашел еще одну устрицу, сейчас покажу, как ее отколупывать. Очень тяжело, конечно. Ну да, оказалось легко. Вы видели, как мы их срезали? Вот это самая большая, которую нашли. Вот еще здесь парочка. Вот, кстати, можете посмотреть, как она вообще начинает расти, зарождается. Вот она начинает на мидии. Вот точно так же она растет там, я думаю, на камнях, рифах. Сейчас ее попробую открыть. Не знаю, конечно, как это мне получится. У нее вот здесь основание. Она острая такая, блин. Чтобы их открывать, есть специальный ножик. Вот. Но у меня такого ножа нету. Их вот здесь, возле основания, нужно как-то подрубывать. Вот. И потом можно ее будет открыть. Загнал я в нее ножик. Вот. Ох, блин, вот она, ляньте. Ой, я ее испортил. Мазафака. Сейчас я ее все равно добуду. Вот хрен его поймешь, как их, а, открывать-то. Открыли ее еле-еле. Есть еще одну попробуем. Вот гляньте, какая она. Друзья мои, ну что, ответственный момент, короче, я попробую сейчас. Пахнет морем. Вкусно. Вот она, еще одна есть. Лимончика вот не хватает. Мы, короче, провтыкали лимон. А вот эту нужно как-то отскобить у нее. Она вон держится. Прикольно вообще. Вот, кстати, по вкусу от обычных устриц. Ну, как обычно, которую мы привыкли видеть, большие, вообще особо не отличается. Ой, я чувствую, как она холодненькая пошла вот везде. Мне кажется, тот червяк, которого я видел, уже начинает ползать по моему животу.
Пойду, короче, наверное, сегодня буду есть очень много чеснока, красного перца. Еще всякой такой вот штуки, чтобы убить на всех паразитов, которые были здесь. Вот это уже похоже на чужого, я его, короче, есть не буду. Все удалось нам сегодня найти и, короче, нарезать устриц. Устрицы оказались прикольные. Конечно, ну вот не совсем то, что я ожидал, но в принципе нормально. Я думаю, если их пожарить на костре с чесноком, будет вообще очень круто. Спасибо огромное моему другу Яше, который подсказал, где их можно найти. Вот. А с вами был Жека Федоров. До новых встреч. Ставьте пальцы вверх, оставляйте свои комментарии. Всем пока.